Причины, по которым люди звонят по номеру 112, разные. Кому-то нужен врач, кто-то попал в ДТП, а где-то горит дом. Значения для оператора это не имеет. Важно каждое обращение. За смену их около 800. На реагирование всего 75 секунд. НДДС отвечает за прием сигналов управления, за оповещение населения, доведение сигналов оповещения до населения и за прием информации и обращений граждан, поступающих по номерам. За 2020 год, по состоянию на сентябрь этого года, у нас поступило порядка 290 тысяч обращений. За год этих обращений более 1 миллиона 600 тысяч. Качество и скорость реагирования проверяет лично заместитель главы администрации городского округа Химки Александр Цуканов. Служба действительно важна. Во-первых, вы сами прекрасно понимаете, человеку проще всего набрать номер 112 телефон, да, и, соответственно, диспетчер, принимая информацию, уже оценивает, какому ведомству передать эту информацию для дальнейшего, так сказать, оказания помощи гражданину. Система 112 идет в ногу со временем. Теперь обратиться к операторам можно не только позвонив по всем известному трехзначному номеру. Поддержка стала доступна с помощью смс-сообщения, мобильного приложения или программы Skype. Чтобы избежать хулиганских звонков, специалисты внедрили в систему голосовые уведомления. Задач немало, однако со всеми благополучно справляются. Ольга Сухорукова, Нина Бережная, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.